У нас в гостях Томас Штенцель, организатор выставки CPM. Томас, хотел бы вас спросить, как вообще вы придумали организовывать данного рода мероприятия? Вот, мы уже сделали нашу выставку 34 раза, и рынок моды в России очень важен. Все продуценты из мира интересуются этот рынок, и это не только Россия, это еще страны из Евразийского союза. Но мы из организаторов уже давно сделали много тем, но это наша любимая тема выставка, потому что мода всегда креативнее, всегда новые импульсы. Скажите, чем уникальна данная выставка CPM? Ну вот, в этом году еще раз у нас есть больше, чем 1300 брендов в нашей выставке. Много стран официально здесь. Германия, Италия, Турция. У нас есть новые страны, как Дания будет. У нас очень рады 9 участников из Китая тоже здесь. Это эффект локализации в России. Они уже работают здесь. И, конечно, это китайский флаг тоже здесь. Смотрите, важно это только наши сегменты. Это не только мода, это нижняя одежда. У нас есть body and speech. Это очень интересный сегмент. И каждый день будет дефиле для мод с много участники. Томас, еще хотел спросить, а какие еще мероприятия пройдут в рамках CPM? Ну вот, мы здесь на павильон 7, Russian Fashion Retail Forum, это для наших посетителей. Здесь эксперты из Германии, из России и других стран говорят на ваши тематики, как сделаем ритейл бизнес в России. Я думаю, это очень важно. Пункт это Digital Business, это тема, мы могу слушать здесь, и какие цифры на будущее будем, это тоже важно. Томас, как раз таки вы затронули тему будущего, и не могу вас отпустить, не спросив главный вопрос, какие у вас планы на будущее? На будущее мы будем приглашать новые страны, едем в Россию. Россия – это очень интересная страна. Люди любят моды. Это не только в Москве. Все города, все регионы России люди любят. Покупаем новые стильные одежды. Made in Russia – очень важная тематика, потому что одежда из России очень много потенциал. У нас, могу видеть здесь, новые стилисты, новые дизайнеры, все здесь на выставке CPM. Томас, спасибо вам огромное. Оставайтесь с нами.